В ринге у нас Динар Хуснутдинов по прозвищу Монгол, 70 килограмм, и Алексей Ксенофонтов, который вышел из толпы. Поддерживаю, друзья, аплодисментами. Давай, все, расслабься. Не теряйся. Легче, не дергайся. Тебя боится. Легче работать. Все, бей. Давай, Динар. На него, разверни. Готовится на всех шеин Шамиль Джамалдинов. Давай, оттягивай. Она родиной тяни. На джунгоне впереди. Давай. Держи его, Динар, он сейчас колено поставь. Держи. Колено на него. На него, Динар, развернись. Колено на него поставь. Нет, в его сторону. Держи, сейчас. Стой. Динар, привет. Он тебя боится, он орет, потому что боится. Иди сюда. Лёха, успокойся. Давай, кричай его. Дайте полотенце. Давай, руки повыше. Давай, еще, Динар, колени, еще, он поплыл, добивай его, аккуратно только, добивай, Динар. Динар, с меня водка, добивай его. Динар, поспеши. Держи его. Держи, отдыхай. А мы продолжаем, это стрелка. Поддерживаем бойцов. Бой! В бою победил Динар Хуснутдинов по прозвищу Монгол. Динар, скажи, почему Монгол? Потому что татарин. Поэтому Монгол. Татарин неравнозначен Монголу. Долго объяснять. 300 лет на мутных делах. Там ходишь, берешь. Поэтому Монгол.